молодежный корпус «Надежды» – это возможность духовно вырасти и обновить свои отношения с Богом. Это возможность принять участие в благотворительных проектах фонда «Надежда по всему миру». Когда мы приезжаем, мы заботимся о них, поддерживаем их, вдохновляем. Есть люди, которые просто безвозмездно им дарят подарки, которые что-то не требуют ничего взамен в ответ. Приезжают, их радуют, улыбаются им, задают им вопросы элементарные, там, как у тебя дела, чем ты любишь заниматься, что тебе интересно, какую музыку ты слушаешь. И они радуются тому, что к ним кто-то проявляет интерес. Мы можем позаботиться о нуждающихся. Еще мы ездим один раз в месяц в дом престарелых. Вот они приходят на эту программу, чтобы получить поддержку, какое-то общение, получить нашу любовь. У меня есть время, и я могу это время тратить на нужные вещи. И очень хотелось бы, чтобы больше учеников и вообще, в принципе, волонтеров, кто знает об этом, чтобы они посещали такие мероприятия, потому что это очень важно для них, очень нужно. Это возможность активной миссионерской деятельности. А также это время поможет приобрести новых друзей и новые навыки. Конечно же, незабываемая возможность послужить в детском лагере на Горном Алтае. Дает возможность проявить свои таланты, дары, креатив свой. Это будет незабываемое время в вашей жизни, и это время оно принесет гигантские плоды в будущем. Spending time in the Altai Mountains was one of the best experiences I've ever had with disciples. I want to encourage you, campus students and teens, if you can make it to the Altai Mountains for camping, you've got to go. I mean, it was unbelievable. Молодежный корпус «Надежды» – это событие, которое уже изменило сотни молодых людей по всему миру. Приезжайте, чтобы принять участие в корпусе «Надежды» в Новосибирске. Это будет хорошее время для дружбы и служения. Присоединяйся к нам этим летом с 7 по 26 июля.